Для Рут Роджерс этот год был полным одиночества и, по ее словам, слишком долгим. С начала пандемии коронавируса в прошлом году 88-летняя израильтянка американского происхождения находилась в основном в своей квартире. Интернет был ее основным источником связи с семьей и друзьями. Но теперь у нее появилась новая надежда. Недавно ей сделали вторую прививку от ковида. Говорят, можно встречаться через 2 недели после второй вакцины. Может, ты сможешь меня навестить? Я очень-очень рада видеть людей. Все это действительно было сложно. Это уже какой-то прогресс, но она по-прежнему должна быть очень осторожной. Подавляющее большинство жителей Израиля старше 70 уже сделали себе обе прививки. Так называемый «зеленый паспорт» подтверждает вакцинацию от коронавируса. Но пока это не приносит никаких дополнительных бонусов. В то время как быстрые темпы вакцинации в Израиле привлекли к себе внимание во всем мире, стране пришлось все равно продлить локдаун, чтобы справиться с третьей волной пандемии. Вирус свирепствует. У нас есть мутации. Южноафриканский вариант, лос-анджелесский вариант и британский. Болезнь распространяется очень быстро. Вакцинация тоже проходит быстро. Это гонка вируса против вакцины. В медицинском центре имени Ицхака Шамира, большой больнице в Тель-Авиве, врачи и медсестры работают без перерывов, чтобы справиться с постоянным потоком пациентов в тяжелом состоянии. В январе в Израиле зафиксировано больше всего смертей от коронавируса. Все мы, мои коллеги, врачи и медсестры, видим здесь множество случаев. Очень критические случаи, в том числе и у людей помоложе. В нескольких сотнях метров от коронавирусного отделения очередь ожидающих вакцинации. Это в основном молодые люди. Недавно начали делать первую прививку людям старше 35 лет. Более половины из примерно 9 миллионов граждан Израиля получили уже, по крайней мере, первую дозу вакцины. В Иерусалиме Рут Роджерс и ухаживающая за ней Мэри идут в местный торговый центр. Такая, казалось бы, обыденная вещь стала чем-то особенным. Рут не была здесь с марта прошлого года. Это странно, это очень странно. Я надеюсь, что через пару недель я пойду в магазин и смогу что-то купить. Теперь это для меня совершенно иной опыт. Я чувствую, что возвращаюсь в реальный мир. Рут Роджерс все равно надеется, что в какой-то момент сможет увидеться с семьей и друзьями, как только будет виден эффект от вакцинации.